Ребята, всем привет! У нас немножко потеплело. Сегодня уже с утра плюс 4 градуса. Аж целых 4 градуса. Но при этом пасмурно, капец. Сейчас отвозил Алису в школу. Морось такая, знаете, была. Ну, вон машины, видно, вон мокрые. Чем сегодня мы займемся? Сейчас пока Алисенька в школе. Я пошел погулять с Лисой. Ну, это стандартно, это обычно, об этом даже можно ничего и не говорить. Затем придем домой. И я сразу же, короче, займусь автобоксом. Вчера я его не доделал. Я как-то ставлю неправильно личинку. И, в общем, у меня бокс не закрывается, не открывается. Точнее, ключ не выходит. Буду разбираться, в чем проблема. Буду ставить правильно личинку. Буду пробовать пытаться все делать как положено. Вот. Чем еще мы займемся? Еще сегодня в планах, после того, как мы заберем Алисеньку со школы, ехать в город. В городе, ребята, нам надо съездить к Артуру, ну, потому что я оброс уже очень сильно, а впереди Новый год, надо выглядеть порядочно. Затем мы поедем в магазин под названием «Хоккей 77». Мы решили, что все-таки пора уже Алисе покупать нормальные конечки. В этих коньках, которые у нее сейчас, это не ее коньки, это ей дали на тренировке покататься немножко. Вот сейчас лисичка вот шла мимо забора, собака за забором начала на нее рычать, но лиса мимо шла, как бы, не знаю. Иди по дороге, к заборам не подходи, слышишь меня? Поняла меня? Вкусняшку хочешь? Вкусняшку. Пошли. Пошли, вкусняшка. И коньки, они эти, на которых она сейчас катается, они обычные, самые простые. Ей неудобно, одна ножка у нее заваливается. Но так как она уже 3 недели проходила, прозанималась, время быстро, да, вообще летит. Вот, научилась более-менее кататься. Но надо же развивать свои навыки дальше. На скорость, на торможение, на виражи, на прыжки, на падения. То есть там очень много в разных, как сказать, упражнений еще ей надо научиться делать. Для этого нужны хорошие коньки. Вот. И мы с Юлей приняли решение, раз ребенок хочет, раз есть у нее желание. Иди сюда, лиса! Иди сюда. Иди сюда, иди ко мне. Не обращай внимания на собаку. Не обращай, пошли. Иди сюда. Рядышком иди. Рядом иди. Не обращай внимания. Рядом иди. Рядом, рядом, рядом. Рядом иди. Вот слушается ведь. Все, вот идет посередине дороги и не подходит к чужим собакам. Вчера вечером с ней гуляли. Она вообще строго вот так шла по дороге и все. Ни к одному забору даже не подошла. А собаки — это как сарафанное радио. Одна загавкала, все вокруг начали лаять. Вот эту милоту меня попросили поближе поснимать. Ну вот он какой, видите? Красавчик маленький. Вот он. Вот он, друган. Сейчас опять будет с лисой бегать, гулять. Так и не договорил. В общем, мы решили купить ей нормальные, хорошие, профессиональные формовочные коньки. Вот. Стоят они, конечно, дорого. Но зато у Алисы не будет болеть ножка. У нее вот ножка после, ну, той давней тренировки болела, потому что она на одну ногу опиралась, а вторую отталкивалась. То есть каталась неправильно. Вот, а сейчас уже я смотрю, она вот эту неделю походила, уже старается двумя ногами, все как положено, все как нормально.
Ну и я считаю, что пришло время купить нормальные коньки. Потом еще заедем в Мегу. Юле надо в Мегу. Ты где потерялся-то? Где-то потерялся. Дружище. Как тебе, интересно, зовут? Я бы тебя назвал Рокки. Маленький, мощный Рокки. Похож он на Рокки? Или не похож, как думаете? О, рядышком идет, все, рядом. Такая вот у нас утренняя прогулочка. Пришли домой с прогулки, покормил лисичку, хулиганку покормил, водички налил. А что ты, хулигашка? Пойду я бокс делать, лиса. Автобокс мне надо доделать, докумекать, почему у меня ничего не получается с ним. Сейчас свет только включу. Свет твоего окна, был он или нет? Победил я его, победил. Короче, проблема вся была в том, что я неправильно выставил личинку. Сейчас попыхтел, конечно, раз 300 ее снял, поставил, но все-таки добился желаемого результата. Вот закрыто, вот открыто. Давай, открывайся. Все отличненько. Сейчас смажу вот эти вот направляющие, вот эти замки силиконовой смазкой жидкой. И все. И можно ехать на мойку. Короче, это конец, полный конец, просто я все, у меня уже слов нет, у меня маты одни сыпятся изо рта. Вот он бокс, вот личинка, все поставил, все закрывается, все открывается. Вот он открылся, вот он закрылся, и ключ не вытаскивается. Я уже по-всякому, вот после выключения, я уже по-всякому личинку пробовал крутить. У меня ничего не получается. Я реально, я не знаю, что делать. Это вот для меня это тупик какой-то. Вот, ну вообще, я просто по-всякому уже пробовал. Ребят, и года, как говорится, не прошло. Наконец-то я победил этот бокс. Все. Вот, смотрите. Закрыл. Ключ вытаскивается. Все отлично. Все закрыто. С той стороны. Сейчас закрыто, видите. Ключ тоже открыл. Работает. Закрыл. Ключ вытащил. Неужели, блин, нафиг, капец, я победил, а? И я не знаю, как все это получилось, честно. Можете не спрашивать меня. Что-то я где-то тут с личинкой напутал. В общем, пробовал, и получилось у меня все это исправить, хозяйство. Сейчас крышки надо накинуть. В общем, подсобрать немножко. Ну, инструмент весь. Это просто трындец, я больше никогда в такое не впишусь. Реально. Для меня это прямо капец какой-то был. Целый процесс. Трудный. Все, ребята, я это сделал. Я победил его. Победил этот автобокс. Так, ну что, время уже, пора пообедать. Забираем Алису со школы и гоним в город. Алису со школы. Сейчас погоним в город. Сначала к Артуру в парикмахерскую. И потом за коньками для доченьки. Мы уже приехали в город. Добирались опять полтора часа. Алиса успела выспаться за это время, отдохнуть. Что, замерзла, что ли, дочь? Где мой мышка? Мой полюша. Надо печку включить. Заехали по традиции в Хлебурже. Купил Юле кофе. Макарунсик там у нее. Алисоньке взял пряничек.
А домой взял хлеб гречневый наш любименький. Дай кое-что спрошу. Две булки спрашиваю. У тебя зрители все знают. В общем, я вчера вышла на улицу. Громче говори. Занималась вчера садовыми делами. И ко мне подошла лиса, несколько раз меня, ну, поцеловала, лизнула, в общем, вот сюда, вот и вот сюда в щеку. Вот, и я еще что-то у меня чесалось, я, в общем, ну, возможно, перчатка вот так что-то сделала. В общем, сегодня у меня выскочила вот здесь штука и вот здесь. Че ты смеешься? Ко мне не подходи. Нет, я не знаю, что это такое, ну, вот, может быть, мне чем-то обработать, но я как бы мироместином побрызгала. Ну, по-моему, на простуду не похоже. Ну, тебе сейчас напишут, прижги корвалолом. Корвалолом прижги. Ну, если она тебя лизнула, а потом ветер дунул, все. Нет, я домой пришла, я с мылом помыла, все, руки, лицо вот так помыла. Это по ветре. Утром... По ветре? Ладно, в общем, напишите, пожалуйста, что это может быть, потому что... Простуда соскочила. Что-то я боюсь, блин, что от тебя этой фигней заразилась. Какое от меня этой фигней? У меня давно никакой фигни. Хобби Хорсес, Алиса, кстати, у нас просит очень. Знаете, такие лошадки с палкой детскими? Блин, ребят, лучше не надо, не знаете. Оказывается, это увлечение переросло уже в какие-то спортивные соревнования. И взрослые девчонки, там, ну как взрослые, там, 13, 16, там, по 20 лет, они на этих лошадях бегают. И мужик прыгают. 45-летний там у да, них. Да-да-да, президент ассоциации Хобби Хорсес, мужчина. Они, значит, вот так вот вставляют, ну, ставят между ног эту лошадку с палкой и бегают, прыгают через препятствия, как настоящие лошади. Алисе очень понравилось, она сегодня видео на YouTube смотрела. А я посмотрел, я говорю, это Леша вообще сказал, жесть. Леша сказал, нет, нет, опять случае. Не нравится. Алиса говорит, ну это же активность. Хоккей, активность. Поэтому вот я прикол, не я вам рассказываю, прикол. Взрослый дядька 45 лет между ног вставил палку. Mm. Там на конце палки голова не лошади. Было такого. Ну так он же президент ассоциации. Он просто президент, он ну, просто вот он. Организует. И вот прикиньте, он, короче, прыгает через препятствие с этой он палкой. Он не прыгает. И еще других подбивает на он это. Он не прыгает. Да что ты несешь? Он не прыгает. Вот. Он просто. Напишите свое давал. Мнение по этому поводу. Это нормально. Ничего нормального я не делаю. Приехал к Артурчику. Парикмахерский. Оброс уже просто трындец какой-то. Начинается мое перевоплощение. Ну что, как я вам? Красавчик же ведь, да? Кстати, Артурчик, девчонки, свободен. Да-да-да. Я ссылку на его инстаграм оставлю в описании. Артур говорит, окно у них открыто, там им не холодно, а? Нет, нормально. Все, гоним дальше. Да, а что ты молчишь-то про мою прическу-то? Хорошая прическа. Пойдет? Пойдет. Пойдет? Главное, чтобы кожа. Юль, ну вот, Алис, я. Говорит, покажи, и сама в телефон залипла. Ага. Я не вижу. Так я ж поворачивался для тебя специально. Вылизанный. Нормально. Ну вот, ребята, мы и приехали. Еще через час, после того, как мы выехали от Артура, мы... добрались до хоккейного магазина «Хоккей 77». Это трындец, если честно. С Юлей сейчас ехал, разговаривал по поводу того, что мы переехали в станицу. Она говорит, ты знаешь, мы вовремя это сделали. Если... Не, ну правда, вот еще год назад хоть как-то можно было передвигаться. 5 лет назад вообще можно было спокойно ездить. То в этом году я просто охреневаю от пробок, просто это дичь какая-то. Поэтому, ребят, все, кто еще пока собирается переехать в Краснодар, миллиард раз подумайте об этом. Раньше мы всем говорили, да тут круто, а сейчас я говорю, надо думать. А с 22 никто не смог передвигаться вообще, в принципе. Ну да не говори, летать все будем. Примеряем Алисе коньки. Здесь бауэр, там вапор, чтобы ей ногу не давило. И те, и другие. Че, доченька, говори, зайка. Мы еще краги. Краги? Нет, сейчас посмотрим. Ну че? Хочет ребенок краги еще. Посмотрим, да, какие-нибудь краги. Недорогие, да, доченька? Но новые, чтобы были. Короче, вот такие вот Алисе понравились коньки. Бауэр Вапор называются они, потому что вот вторые бауэры вот такие вот Суприм, ей жмут, давят, а вот эти самое то.
Сейчас мы еще отформуем, вообще будет классно. Что там интересного? Это чикагские черные индейцы. Вытащили первый конек из микроволновки. Шучу, конечно. Там специальная печь, в которой разогревается конек. Потом плотно фиксируется на ноге. Ну что, чувствуешь, на косточке меньше сейчас давит? Ну вот, косточки, видишь, так, лишнее выдавят. Сейчас все и потом будет так хорошо. Надо, не надо будет сильно фиксировать это, я сейчас специально, чтобы они больше выдавили. Тогда вот этот убери. У нас у Алисы сейчас мы из машины вышли, зашли в магазин. Как она успела? Раньше раздеваться, цепочка порвалась, представляете себе. А как она успела с ней только 3 года ходить? Ну, перетерлась. Так вот бывает, она вот, а, на ушки что ли? Нет, ну да, да. Еще ушко. Да, перетерлась. Надо отдать ювелирку, отремонтируют. Ну, ну крестик вот опять потеряли. Второй раз уже крестик теряю. Да. Так, отформовали Бауэр Вапор. Эти Алисе больше нравятся. Но их шнуровать будет тяжелее. Да, доченька? Ну-ка, встань, походи. Я не могу. Почему? Ходить не надо, встать можешь. Встань просто. А, надо подождать, да, пока они форму ноги примут. Все, понял. Отлично, дочь. Все, сиди пока. Сейчас они подостынут и будем проверять, как они теперь жмут, давят, не жмут, не давят. Суприм ни в какую не идут ей. Давят на косточки, давят на ногу. Вот здесь, вот сверху, вот так вот, вот здесь. Поэтому будем смотреть вапор. Все, новые коньки, новые краги и новые термоноски. Подзатарились полностью. Все, еще надо будет сходить, заточить конючки в соседнее здание. И все. И поедем дальше. Слушайте, ребят, важная информация. Вот в этом здании, вот в красном, хоккей 77 магазин. И прямо же за ним есть комиссионный магазин спортивных товаров. Спортивный, комиссионный. Хоккейный. Здесь коньки точат и комиссионка. Пойдем посмотрим, что там есть. Ух, что здесь только нету. И форма всякая разная. Для тех, кто ищет недорогую форму, можно здесь присмотреть что-нибудь. И клюшки есть. И шлема. И защита. Особенно для детей тема актуальная. Они то ходят, то не ходят. Приехал он, купил, позанимался ребенок. Нормально. Хороший магазин. Приветливый персонал. Дяденька быстренько нам заточил конечки. Все хорошо и замечательно. Передал нашему тренеру привет. Оказывается, они знакомы. А мы сейчас едем в Мегу. Мегу. Неужели мы доехали? Это вообще трындец какой-то. И сюда мы добирались где-то час, наверное, да? Ну да, точно час где-то мы добирались. Приехали в Мегу. А вот здесь вход интересно работает. Маски, маски, маски. Я пойду себе возьму из Мегу. Юля пошла в Люсио. Мы с Алисенькой ее ждем. Что-то мама собирает себе платье примерить, да? А ты коньками сегодня довольна? Да? Классно? Да. Ну, показывай давай, мы ждем, ждем тебя. Сейчас я вижу. Такое вытрава. Красивое.
Купила Юля себе платье в Люсио. В Люсио. Сейчас пойдем поужинаем и домой. Нам принесли чай. Ой, это кто? Глюкоска. Сделали как будто нам принесли чаи, ройбаши, облепиха. Девчонкам принесли покушать, у Алисы медальоны, а у Юли были котлетки, я не успел даже снять, у меня были крабовые котлетки, очень вкусные, с пюрешкой. Ну вот и все, ребята, мы уже едем домой. Всем пока-пока, ребятки. Не забывайте обязательно подписываться на канал и ставить лайки. Всем удачки, всем пока-пока.